грифони, опарчик і трупики інших звірок. Наприклад, волчат. Збираю квартири, ніби до інтернетовські чати. Сквозь вату пени, пекалісті смаковала каву і ретроспекцію. Тепер твоє маленьке засохле тіло, контекст інтер'єру. Bekenntnisse eines Jägers. Ich schieße gerne Mädchen und Enten, sammle ihre Telefonnummern in Schachteln und die Kadaver anderer Tiere, zum Beispiel Wolfsjungen, sammle ich in der Wohnung, ähnlich Internetchats, durch Schaumwatte. Kostest du eins Kaffee und Retrospektion? Jetzt ist ein kleiner vertrockneter Körper der Kontext des Interieurs. Zwischen den Insektenporträts, im Lärmen der Uhren, sitze ich mit einem leckeren Schwarm im Märchen, in Mokassins und mit blauem Gesicht. Я вирвав зубами все гузики на этих синих джинсах. Галшина стоит в метро, станция метро, институт культуры. Я чуваю кожный миллиметр девочек от тела, отчуваю астрально. Мои пальцы уже ползут по рельефе джинсов и смакуют движение ног. Хрупкое небо, там я скрыжуюся, поход не будем гореть. Мой сябра мостовка конек признался, что помимо ночных ног повинно быть бачное светло, как там пролетал бейсбольный мяч. Я сгодный, я проимчусь этот шайбой, ты выгинаешься из своих джинсов коброй, эластичные пригожие, жаданная трута, напиться, сдохнуть, стрематься немашимо, подойти, заползти по свою джинсовую холдру. Шкло трынтит, на поручне погодиваются руки, танцы площадь пирамоги. Я выхожу, я опускаю джина, потеря ножом, на горло шину. Шо? Я выхожу на балкон и кричу: «Хочу жанчину!»